Всем привет, ребята, вы на канале GameMaker STV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть в замок монстра, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить сюжетку. Вот, сегодня мы будем воевать с гильдией, это будет попозже. Итак, давайте пойдемте в технологии и улучшим, будем помогать в обновлении. Так, окей, и академию тоже улучшаем, и давайте теперь мы с вами продолжим проходить сюжетку. И еще, ребята, у нас тут есть события, так, сокровище Сэма, вот я дошел до 9 уровня, и за победу мне дадут 161 тысячу монет и вина. Вот, первые уровни, конечно же, были легкие, а дальше уже стало все сложнее. Вот, то есть, когда у меня монеты закончатся, я продолжу все это делать, конечно, но вроде бы события заканчиваются через 1 час 54 минуты. Вот, ребята, напишите в комментариях, до какого уровня этого события вы дошли. Будет очень интересно послушать, почитать. Давайте мы с вами продолжим проходить сюжетку. Вот, награда у нас 16 900 монеток и вина, так, утес кентавра 15. Продолжим, давайте атаковать. Атакуем, и... Так, что же тут все так просто-то, я не понимаю. Наверное, где-то есть какой-то подвох, да? Давайте выпустим вот этих мелких. О, тыковку. Тыковку надо туда выпускать. Вот так вот. Бумс. О, тыковка вот так вот нам все во всем помогает. Теперь мы с вами выпускаем обычных пока что юнитов. Вот, когда уже, ребята, будет... дойдут войска до... Да, вот этих преград, то надо выпускать тыковок, чтобы они взрывали. Вот так вот они быстро взрывают, и с ним быстро справляются все наши юниты. Вот, все наши герои. Давайте, наверное, мы сами дракошу-то вот сюда выпустим, да? Вот так вот, да-да. Дракоша делает свое дело, отлично. Так, у меня, кстати, открылась новая магия. Вот, это, вот, вы видите, слева, внизу, и это в течение, если не ошибаюсь, 4 секунд герой не получает урон, получается, да. Так, давайте, вот так вот, боксер из ада у нас показывает свой гнев, и все, закончили мы этот уровень, давайте пойдемте дальше. Отлично, поделимся обязательно, конечно же. И так... опубликуем и вернемся. Сейчас надо будет нам дополнить наших военных, чтобы продолжить наш бой. Так, вернемся в замок. У меня всего 15 войск осталось. И так, у нас комната для тренировок уже готовит, все нормально. Пока что я не записывал, я купил еще одну смоляную яму, вот, и что еще было, баррикаду еще вот у меня готовится, вот вроде бы, вот это, вот, что у нас тут, сообщение есть какое-то, давайте почитаем. Так, Фантом вступил в гильдию, кстати, ребята, да, вступайте в гильдию, называется вот так вот, GameMaker TV, все просто, вот, вступайте, будем вместе воевать, давайте получим мы с вами... Ключик. О, ребята, давайте сейчас, знаете, что мы с вами сделаем? Пойдемте мы сейчас с вами в портал. И сейчас будем тратить наши ключики. У меня 3 штуки. 3 ключика. И получаем мы с вами юнита. Еще крутим. И так, это у нас тоже что-то непонятно. Что это такое? Давайте еще получим. И мы с вами получаем это... Тоже хрен знает, что такое. А, это у нас дредбаллы, получается, да? Окей, отлично. Давайте выйдем. И вроде бы мы больше ничего же не можем делать, да? У нас больше ничего нету. Все окей. 6,7% у нас. Надо до 100 дойти и получить уже... получить эпичного героя. Я хочу получить Влада. Влада вампира. Вот. У нас вроде бы, в принципе, нормальное количество уже... юнитов набралось, поэтому, я думаю, можно продолжить, да, ребята? Давайте продолжим проходить сюжетку нашу. Так, следующий у нас, опять будем воевать. Давайте.
Так, утес кентавра 16. 17200 мы с вами получаем. Голды и вина. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Тыквы у нас нету, к сожалению. Поэтому давайте, наверное, вот так вот пока что выпустим наверх. Так, давай. Сейчас дождемся. Опа, вот этого я и ожидал, кстати, ребята. Давайте выпускать героев. Так, у нас есть дракоша. Давай дракошу выпустим вот сюда. На третий этаж. Так, давайте... Ах, блин, не вовремя нажал. К сожалению, не вовремя нажал, да. Так, давайте выпустим тогда дронов у доктора. Так, я думаю, у нас все пройдет гладко. Надеюсь, нас не убьют. Так, нам нужно что-то делать, ребята. Давайте, наверное, мы сделаем вот так вот. Потом сделаем вот так вот. Вот, отлично. Очень-очень долго чего-то они у нас мочат их. А, в принципе, все, мы прошли. Давайте можем уже ускорить. Вот, и это у нас 17 уровень кентавра. Утеса кентавра. Наверное, в следующем уровне мы с вами посмотрим вот это свойство магическое. Так, победа. Давайте поделимся. Поделимся мы с вами и... Так, опубликовать. Опубликуем обязательно. Итак, вернемся. Вернулись. Идем дальше. И давайте вернемся в замок. Посмотрим. У нас, блин, к сожалению, всего 9 у нас юнитов осталось. Вот. И мы можем боксера из ада эволюционировать. Нам нужно 25 гелиотропов. Поэтому давайте... Так, вы не будете получать опыт, пока не завершится эволюцион... Так, давайте, нам по-любому надо эволюционировать. Так, 9 минут, завершить сейчас за 6 кристаллов. Нет тушки, мы не будем за 9 кристаллов ускорять, мы подождем, мы будем терпеливо ждать. Так, давайте, зайдемте-ка мы с вами в тренировку. Ну, давайте, быстрее уже, ребята, быстрее, очень-очень долго. Так, карта. Следующая у нас тоже будет сражение, в принципе. Давайте, знаете, как мы с вами сделаем? Мы с вами, наверное... Так, у нас очень-очень много монет. Посмотрим, что у нас тут есть, что мы можем купить за монеты. За монеты мы можем с вами купить только вино. Вот. Но столько вина нам, в принципе, не нужно, да? Хотя, мы знаете, что с вами сделаем? И монеты мы с вами не можем потратить, потому что у нас рабочие все заняты. А следующий рабочий у нас освободится только через 1 час. Вот, 1200 кристаллов мы с вами наберем и купим последнего рабочего. Ну, может быть, даже не последнего, может быть, еще. Еще будут. Так, у нас 11 юнитов. Давайте продолжим. Окей. 17600 мы с вами получаем. Утес кентавра, 17 уровень. У нас тут еще есть, ребята, вот что. Помощь в сражении. Так, безупречный магический камень. А мы можем про него почитать что-нибудь? Нет, мы ничего не можем про него почитать, к сожалению. Идеальный магический камень. А, нет, включает в себя 10 единиц маны. Включает в себя 15 единиц маны. Так, гнол старые войска. Включает в себя 5 уровня, 14 гнолов. Ну, 14 гнолов 5 уровня получается. Так, включает в себя 10 ведьмы. Так, гоблин старые войска, 13 гоблин у нас там. Так, элитные гоблины, включает в себя 20 гоблина 8 уровня. Так, медведь старые войска. Так, летучая мышь старые войска. Это у нас так, шаман, дух. Дух у нас есть, все, окей. Так, давайте мы сейчас с вами посмотрим, что нас тут ожидать. В принципе, вроде бы ничего такого сложного, да? Давайте попробуем пока что без них начать. На драконом давайте мы с вами пустим, наверное, знаете куда? Вот сюда пустим. И с чего же мы с вами начнем? Давайте мы с вами начнем вот отсюда. Вот так вот мы обманули нашего противника. Вот, сейчас все будет. Главное, чтобы не было еще одного вот этого... Вот этой штучки, которая выкидывает героев.
Вот, вот, еще один. Как все и ожидалось. Давайте вот так вот. Бумс. Отлично, отлично. Идем мы с вами дальше. Пока что вроде бы все окей. О, давайте защиту мы с вами сейчас поставим. Вот сюда наверх поднимемся. И это вот так вот. А, куда ты ушел? Вот, вот так вот. Такая вот защита была. Вот, ну, всего лишь 4 секунды. И надо, чтобы все юниты, все герои стояли на месте в это время, чтобы они не уходили с этой территории, с этой точки. Вот, тогда будет все окей. Так, мы ускорили с вами. Да, все окей. Все, закончили, отлично, прошли этот уровень. А, поделиться, конечно же, нужно поделиться. Опубликовать. И давайте вернемся обратно в карту. И сейчас посмотрим, сколько у нас там войск-то собралось-то, пока что мы тут играли. Так, 12 у нас есть. А, у нас дальше что-то будет новое. Так, давайте читаем. Сэм, твоя оборона бессильна перед нашими взрывоопасными тыквами. Да, окей. Так, теперь Сэм. Только не взрывоопасные тыквы, говорит Сэм. Так, рудник по добыче гелиотропов принадлежит мне. Даже не думайте у меня их отобрать. Ага. Так, весь этот материк наш. Мы просто хотим получить его обратно. Так, а тогда все зависит от того, хватит ли у вас сил сделать это. Сил хватит, конечно же. Вот, наконец-то у нас оборона начинается. 12 тысяч монет и вина мы с вами получаем. Так, утес кентавра 18. Атаковать. Атакуем мы с вами. И сейчас мы с вами будем, ребята, защищаться. Так, ну посмотрим. А где? А где мой этот-то, ребята? Где мой... Как это называется-то, блин? Вот этот-то адский, блин. Вот из головы вылетел, да? Ладно, фиксим. Так, у нас заблокированы молния и вот эта защита. А что мы сейчас с вами будем делать? Замораживать будем? Нет, наверное, не будем замораживать. Давайте выпустим мы с вами дронов. Ох, как их много идет, да, ребята? Действительно, их идет очень-очень много. Так, половину он уже выпустил. В принципе, вообще круто. Круто. Ждем следующих, давайте ускоримся. Долго они у нас идут. Давайте. Это все? Больше их нету, получается, да? Так, ну, наверное, мы их сейчас будем замораживать, да? Или не будем? Нет, пока что не будем, наверное, замораживать. Я думаю, так и так все нормально, справится. Поэтому торопиться мы с вами не будем. Так, у нас вылетает... А, все, окей. Не успел наш даже дракош надавать им люлея. Так, поделиться. Так, поделимся и, да, опубликовать. Окей. Вернемся. И вроде бы у нас уже даже энергии нету больше, чтобы продолжить проходить карту. А нет, еще один есть. Давайте, поэтому продолжим атаковать. 12-100. Золото вина мы получаем, и давайте атаковать. Вот, теперь у нас есть наш герой, а нету доктора, к сожалению. Давайте побыстрее ускоряемся. О, у нас теперь есть молния. Сейчас мы как раз-таки молнии и бомбанем по ним, да? Так, берем молнию. Давайте быстрее. Собираемся все. Так. Давайте, собираемся. И вот так вот. Та-дамс! Все отлично, вот так вот. Ах, как хорошо мы их замочили, да, ребята? Мощно у нас получилось. Так, идем дальше. Ждем наших дружков. И... Так, тихо. Так, вроде бы... А, все нормально, все окей. Да, вот эти, кстати, гоблины, или как их называются, они пробегают через все здания. Вот, могут вообще через всю оборону пробежать быстренько и дойти до трона и замочить там все. Вот. Все, мы закончили? Отлично. Получаем мы с вами наши монетки. И давайте поделимся. Поделимся мы с вами. Так, опубликуем. И вернемся. И что мы сейчас тут наблюдаем? У нас уже энергия вот теперь уже точно закончилась. Да, через 6 минут у нас будет еще одна энергия. Вот, но
Пока что, я думаю, сюжет есть. Давайте вернемся в замок. В замок мы с вами возвращаемся. И пока что у нас... так. Рабочих нету, никого нету. Все готовится. Чем дальше, тем дольше все будет готовиться у нас. Вот. Будем дальше проходить. Будем повышать уровни. Вот. Будем воевать в гильдии. Поэтому, ребята, можете вступать в гильдию, приходите. Также, ребята, подписывайтесь на канал, также вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь в Инстаграм, чтобы не пропустить новые серии. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк, всем пока.